Здравствуйте, меня зовут Севастьян Адынский. Сегодня на уроке физики мы с вами рассмотрим опыт Фарадея и каким образом была открыта электромагнитная индукция. Также мы поговорим о НДХ, индукции в движущемся проводнике. Мы для начала рассмотрим опыт Фарадея. В чем он заключался? В том, что он брал Катушку, то есть проводник и подключал к гальванометру. Если туда помещать определенным полюсом магнит, то мы будем наблюдать электрический ток в проводнике, хотя источника тока там не наблюдается. И если мы будем вытаскивать данный магнит из данной катушки, то мы будем замечать, что стрелка гальванометра будет отключаться отклоняться на другую сторону это будет говорить о том что электрический ток в этой катушке будет протекать в другую сторону то есть здесь у нас появляется электрический ток благодаря как раз-таки магнитному полю который появляется от данного магнита который помещаем внутрь данной катушки эти эксперименты показывают, что такие же явления наблюдаются не только при движении магнита относительно неподвижной катушки, но и при движении катушки относительно неподвижного магнита. То есть, если мы будем двигать уже не магнит, а катушку, мы будем наблюдать ровно тот же самый эффект. Также Фарадей установил, что во всех рассмотренных опытах вместо магнита можно использовать другой источник магнитного поля, например, вторую катушку, в которой протекает постоянный электрический ток. То есть, если мы вместо магнита берем и перемещаем другую катушку, в которой есть уже электрический ток. А если у нас есть электрический ток, то вокруг этого проводника с током будет образовываться магнитное поле. И вот как раз-таки э, у нас есть магнитное поле, мы э, перемещаем данную катушку рядом с катушкой, где не было тока, и мы опять наблюдаем, что в этой катушке, где не было электрического тока, образуется электрический ток. Это тоже является опытом Фарадея. При проведении опыта с двумя катушками Фадорадей обнаружил, что стрелка гальванометра отклоняется и при неподвижных друг к другу при неподвижных а, катушках, а если изменяется магнитное поле, создаваемое второй а, катушкой. Это можно реализовать, увеличивая или уменьшая силу тока второй катушки с помощью реостата. То есть, если мы берем, ставим также две катушки, но их теперь не двигаем, а просто в той катушке, в которой есть электрический ток, мы просто меняем электрический ток, там, то есть его увеличиваем или уменьшаем, и в результате этого эксперимента тоже во второй катушке будет образовываться электрический Ток. А здесь нам необходимо поговорить уже о электромагнитной индукции. На что это такое? Это явление возникновения тока в замкнутой цепи в, опы в опытах Фараде назвал электромагнитной индукцией, а возникающий при этом электрический ток индукционный ток. Индукционный ток в замкнутой цепи возникает всякий раз, когда изменяется число магнитных линий, пронизывающих поверхность, ограниченную этой цепью. При при этом, чем быстрее происходит это изменение, тем больше сила индукционного тока в замкнутой цепочке. То есть, чем сильнее будет меняться этот электрический ток, который возникает, вызывает магнитное поле, тем сильнее будет электрический ток в той катушки, где ток изначально не был, то есть это будет как раз таки появляться индукционный ток. А теперь поговорим о ЭДС индукции в движущемся проводнике. ЭДС индукции это электродвижущая сила индукционного тока. А мы рассмотрим следующий случай, что мы рассмотрим проводящий стержень MN, который имеет длину. L, вы его видите на рисунке. Расположим его перпендикулярно магнитным линиям постоянного однородного магнитного поля. То есть вокруг этого проводника есть какое-то магнитное поле с индукцией B, вектор магнитной индукции. И начнем этот провод перемещать внутри этого магнитного поля. В результате этого движения на заряженные частицы начнут, начнут действовать магнитные силы. То есть магнитное поле вокруг этого проводника будет действовать на частицы внутри этого провода. И мы как раз-таки будем наблюдать... Действие магнитных сил на эти частицы, и соответственно эти частицы начинают движение, а, тут, а это и является как раз таки электрическим током. То есть на частицы действует сила, эти частицы начинают движение, вот он электрический ток в проводнике, в котором не было изначально источника тока. Далее мы можем кое-что рассмотреть. Мы можем рассмотреть силу, которая действует на данный заряд и рассмотреть силы сторонние, то есть с какой силой мы перемещаем тот или иной проводник. Отсюда мы можем вывести силу действия на заряженную частицу, это не что иное, как а, сила Лоренц, которую мы определяем как QVB а, заряд, а, скорость передвижения и а, B вектор магнитной индукции, который окружает этот проводник. А, далее мы можем определить а, работу а, данной силы. А, здесь нам необходимо еще добавить расстояние, на которое перемещается а, под действием данной силы, данный заряд. И зная работу и заряд, величину заряда, мы можем вывести ЭДС, ЭДС данного электрического тока, который появляется внутри этого проводника. А далее мы можем рассмотреть также с вами еще и напряженность электростатического поля и вывести эту напряженность через скорость и вектор магнитной индукции. А далее мы можем рассмотреть уже разность потенциалов между концом проводника с одной стороны и конца проводника с другой стороны. И мы можем вывести, что разность потенциалов, а это не что иное, как напряжение, которое возникает в результате течения электрического тока, будет зависеть от скорости движения данного провода, вектора магнитной индукции, который окружает этот провод, и длины провода, который мы передвигаем. Теперь, а, несмотря на разность потенциалов между концами стержня, а, сила тока в нем равна нулю. Это объясняется наличием в нем электродвижущей силы индукции, которая и создала эту разность потенциалов. Таким образом, движущийся в магнитном поле проводник можно рассматривать как источник тока, выводы которого разомкнуты. То есть мы Будем наблюдать электрический ток, условия электрического тока, но мы как источник тока не можем пользоваться данным проводником. То есть внутри там происходит течение токов, но рассматривать данный провод как источник тока мы не можем. Чтобы действие ds индукции вызывало появление индукционного тока, создадим замкнутую цепь, которая, которую вы видите на экране. Для этого приложим движущийся стержень МН на два неподвижных проводящих рельса, которые соединены резистором. То есть R это у нас резистор, а вот МН это проводник, который мы можем передвигать по данным рельсам, то есть по контактам. Особенно этой цепочки будет магнитное поле, которое мы обозначаем, вектор магнитной индукции B при движении проводника в магнитном поле в этом проводнике может возникнуть ЭДС индукция, если этот проводник является частью замкнутой цепи. Остальные элементы, которые неподвижны, то в такой цепи может возникнуть индукционный ток. То есть мы передвигаем проводник и в этой цепочке у нас возникает электрический ток, то есть начинает протекать электрический ток из-за того, что меняется магнитное поле, то есть контур, который охватывает магнитное поле, он будет меняться. Давайте рассмотрим следующую задачу. Тонкий проводник с малым сопротивлением согнут под углом альфа и помещен в однородное магнитное поле с индукцией B, плоскость, в которой расположен проводник, перпендикулярна магнитным линиям. По проводнику с постоянной скоростью V скользит тонкий проводящий стержень, так что угол А равен 90 градусов. Сопротивление единицы длины стержня равно ρ. Определите силу индукционного тока в цепи в, момент, в тот момент, когда расстояние ОЦ равно L магнитным полем индукционного тока пренебречь. То есть мы вот здесь вот видим как раз таки проводник, который как раз таки перемещает относительно а, другого стержня и а, здесь пронизывает как раз таки а, магнитное поле. Что нам для этого необходимо сделать? Нам необходимо рассмотреть а, НДС индукции, которые мы рассматриваем как ВБЛ и умножены на тангенс угла, который у нас образуется между этими а, проводниками. Далее, мы также можем рассмотреть еще и сопротивление, которое будет возникать в этих проводниках. Здесь также у нас будет зависеть от материала, который мы рассматриваем, RO. И также нам необходимо еще и рассмотреть участки, то есть участки длины данных проводников. Далее, и опираясь на закон Ома, мы можем вывести отсюда силу тока, то есть через ЭДС и сопротивление вещества, и мы получим силу тока равную данному отношению. И после этого мы как раз-таки определяем, что сила тока будет зависеть от скорости, с которой мы передвигаем вектор магнитной индукции, который окружает данные данные проводники, и параметр как раз-таки характеризующий вещество, из которого Сделан тот или иной проводник. Итак, давайте повторим, что мы с вами изучили на данном уроке. Мы с вами рассмотрели опыт Фарадея и каким образом а, появляется а, индукционный ток. А, каким образом, то есть появляется индукционный ток и то есть какие оп эксперименты позволили а, прийти к открытию электромагнитной индукции. Также мы рассмотрели индукционный ток, то есть из-за чего он возникает, куда направлен электрический ток, то есть, мы рассмотрели электромагнитную индукцию. И также, если у нас есть электрический ток, то нам необходимо рассмотреть электродвижущую силу индукционного тока в этом проводнике. Это то, что заставляет двигаться заряды внутри этого проводника. Всем спасибо, до встречи на следующем уроке.